Чуваши отбирают претендентов на конкурс «100 лучших товаров России». Победители регионального этапа определят в Центре стандартизации, метрологии и испытаний. В конкурсе «100 лучших товаров России» чувашские предприятия побеждали не раз. Лауреатами престижной награды стали более 140 предпринимателей. Призерам конкурса вручают дипломы, знаки отличия и право публиковать специальную эмблему на этикетке продукции. Для многих потребителей этот знак является гарантом качества. Конкурс направлен на то, чтобы возродить традиции качества в нашей стране. Потому что, сами знаете, в 90-х годах эти традиции качества как-то они у нас упали, отошли на второй план. Если раньше наша продукция считалась всегда качественной, то в 90-е годы в связи с определенными событиями уже немножко качество отставало. Вот, и вот 20 лет уже этому конкурсу. Победитель конкурса – это почетная награда, почетное звание. Потому что не каждый может. Наверное, вы знаете, что в России много конкурсов проводится. Но чаще всего там платится определенный какой-то вступительный взнос, и тебе диплом обеспечен. Конкурс «100 лучших товаров России» – это настоящий конкурс. Тут есть и проигравший, и победитель. В рамках конкурса выберут лучшие промышленные и продовольственные товары, а также изделия народных художественных промыслов. В отдельной номинации за звание лауреата поборются предприниматели, предоставляющие услуги населению. К участию не допускают производители лекарственной и табачной продукции. Прием заявок уже объявлен. Экспертная комиссия оценивает всесторонние данные виды продукции и услуг, и региональная комиссия по качеству выбирает те услуги и продукции, которые достойны будут представить нашу республику на федеральном этапе. Далее, это с августа месяца, работает уже исполнительная дирекция конкурса, это уже федеральный этап.